Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Typhon 13, на которой появится одна сишка и штук 6-7 обычных топоров. Так, где это? С этой стороны каменная база 3 на 3. Вот тут мы взрываем, тут находится 4 ящика. Готово. Все ящики сломал, некоторые станки еще остались, но это попозже. Так, половина у меня пустая. Сушилка пустая. Тут еще, кстати, два ящика есть. Так, тут у нас каменные блоки. Ладно, спринт соберу. Здесь то, что у меня украли чуть-чуть. В этих ящиках слитки, изолента. Доски заберу. Так, здесь пусто. Так, дробовик, калаш, 3 аптечки, 10 кожи. Это меня не интересует. И последний ящик, 2 бензина, фильтр, который у меня сперли. Так, давайте посмотрим. Вот эти два станка еще сломаю. Так, сушилка пустая и костер тоже пустой. Так, громила замедлись. Давайте сбегаем к пикапу. Тут пусто. И по луту мы имеем вот такой вот лутец за одну сишку. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.